Экскурсия без машины времени возможна. Нестандартную экспедицию в прошлое дарят сотрудники археологического музея Берестья молодым брещанам уже в третий раз. Познакомиться с бытом и культурой древних людей по сохранившимся, а также воссозданным памятникам может любой желающий. На этот раз ребята стали свидетелями некоторых моментов прошлого наших предков, живших в 13 веке. Тема экскурса «Мой дом, мой мир». Восточные славяне – особые люди, живя в окружении леса. Конечно же, свой дом строили из дерева, потому что здесь был первозданный лес, который раньше покрывал всю Европу. Ну и в то же время дом был особый, потому что он был у нас, всегда имел пол. Вот это был дом, который стоял на земле, а не в земле, потому что здесь была влажная земля. В доме был пол. То есть, и у нас есть прекрасная возможность представить этот дом на самом деле, потому что в одном из залов нашего музея есть реконструкция жилища берестяне 13 века. О том, как жили наши предшественники в древнем городе Бересте, как выглядело их жилище, как строился и обживался дом, какие традиции и обряды пришли к нам из глубины 13 века, ни один вопрос. Вопрос не остался без ответа. Юноши и девушки в полной мере почувствовали себя реальными берестейцами, побывав в воссозданном археологами жилище 13 века. Не зная истории, ты не можешь посмотреть своего будущего. Вот, ну, пришел сюда, потому что вообще из Борисова, вот, и наслышан уже о Бересте, о таком месте, как очень уникальном, уникальным тем, что именно здесь были найдены останки 13-го столетия, насколько я знаю. Ну, в мире такого еще нету. Культурный слой, ну, практически докапался до материка на глубину 7 метров. Меня это очень сильно поразило, поэтому, ну, мне хотелось видеть это своими глазами. В ходе средневековой среды студенты смогли узнать много интересного о восточнославянской градостроительной культуре, а также у ребят была возможность самостоятельно изготовить оберег для защиты своего дома.